вот, наверное, один из тех вопросов, которые иногда с юмором священники передают друг другу, иллюстрируя, что не нужно, наверное, у священника спрашивать, надо ли кастрировать кота, ну, не знаю. В любом случае, животные даны нам для услужения, для того, чтобы они помогали нам жить. И мы имеем власть над ними, не нужно увлекаться крайностями экологического, так называемого псевдобогословия, которое считает, что животные чуть не важнее человека, и человек не должен ими пользоваться для тех или иных нужд. Животное дано вам в услужение, и вам решать, как лучше поступать. И не нужно по этому поводу делать из него некую духовную проблему.